Всем привет! Друзья, сегодня приготовлю рыбку. Это будет мойва в духовке. Рыбка по этому рецепту получается очень ароматной. У нее хрустящая румяная корочка. Она нежная и очень вкусная. Напишите мне в комментариях, любите ли вы мойву и что вы думаете о таком рецепте. Обязательно ставим лайки и не забываем подписаться на канал. Ну что ж, начнем готовить! Для начала мойву я хорошенько промыла под холодной проточной водой. Мойву я не чищу, головы я не удаляю. Как по мне, нечищенная мойва получается сочнее. И когда она уже приготовится, она очень легко и просто чистится. Итак, мойву я перекладываю на бумажное полотенце. И ее нужно обсушить от лишней влаги. В подготовленной мойве я добавляю соль, перец черный молотый, немного универсальной приправы к рыбе. Так, сюда все высыпаем. Выливаю лимонный сок и все хорошо перемешиваю. Понадобится обычный полиэтиленовый пакет. В пакет я высыпаю кукурузную муку, можете использовать обычную муку, но с кукурузной мойва получается еще вкуснее. Сюда же муку. Теперь к муке я вот так вот выкладываю половину мойвы, буду частями ее обваливать в муке. Вот так вот одну половинку, а потом следующую. Смотрите, теперь берем вот так вот. Закрываем сверху вот так вот пакетик и вот таким вот образом встряхиваем, и хорошенько рыбка обваливается в муке. Противень обязательно нужно застелить пергаментной бумагой, и теперь на противень в один слой я выкладываю рыбку. И такую работу я проделаю с рыбкой, которая осталась. Вот это и все, друзья, что надо было сделать. И теперь мойву отправляю в обязательно разогретую духовку до 200 градусов на 20 минут. Время прошло, рыбу я достала из духовки. На этом этапе рыбку сверху смазываю растительным маслом и снова ее отправляю в духовку минут на 10. Вкуснейшая мойва в духовке готова. Вот такая очень ароматная, румяная, сверху с хрустящей корочкой, и невероятно вкусная получилась рыбка, которая готовится легко, просто и быстро. Рыбка получается настолько вкусной, что просто пальчики оближешь. А я надеюсь, вам понравился рецепт приготовления рыбы и вы ее приготовите. А с вами была Наташа Пархоменко. Смотрите мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно подписывайтесь. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео на нашем канале. Всем желаю приятного аппетита, всем пока и до новых встреч!